상상만 했던 마구 그래 너를 원해 Всем аньон! Сейчас я учу корейский. У меня завтра что-то вроде теста. Я нашла себе школу корейского языка, точнее, это культурный центр, САН называется. Там они учат вообще японский, может, по-моему, китайский. Ну, короче, классно, мне нравится. У меня очень милая преподавательница. Поскольку завтра у меня тест, мне нужно выучить все слова, которые я выучила за 4 урока. Ну, выучила, точнее, за 4 урока. Я должна была выучить, и сейчас я их пытаюсь все впихнуть в свою блонди голову. Но поскольку я вообще не очень люблю учить слова, я люблю читать, не знаю, писать что-то, но вот именно слова учить для меня это немного адок. Вообще мне не нравится учить корейский, это интересно, он отличается, но очень сильно от нашего языка, неужели? Ну, если не брать в учет то, что он вообще буквы и там другие какие-то палочки, всякие кружочки, да, отличается сама грамматика и построение предложения, то есть существительное, серединка, глагол, вот такой вот корейский гамбургер получается. Да, сумасшедшая немного, ну и что? Ну вот, короче, я учу корейский в своей домашней кофточке. Я в ней видео записывала. Ну, никто ж не знает, что я сплю в этом. Вообще, учатся слова довольно-таки просто. Но вся фишка в том, что слова очень быстро вылетают из головы, потому что я их не использую, например, каждый день. Вот сейчас уже 6 часов вечера, я сижу над этим корейским несчастным. Внутри я рыдаю, потому что я уже устала. Еще нужно выучить 1 страничка, 2 страничка, 3 страничка, 4. 6 часов вечера уже. Короче, вот такая у меня веселуха происходит в моей жизни. Я не знаю, наверное, у большинства блогеров жизнь веселая, насыщенная. Они чем-то занимаются, куда-то ходят. Чем занимаюсь я, это вот... Книжки, тетрадки. Учебник. Хотя нет, у меня даже книжек нет. У меня распечатка. Я сейчас без макияжа, как вы могли заметить, все мои пост-акне. Я купила себе сыворотку дорогущую для лица от всяких вот этих пятен. Ну, не знаю, буду пользоваться. Надеюсь, что поможет, потому что, честно говоря, меня вообще уже тошнит от BB-крема. Это типа корейский тональный крем. Ну, уже, конечно, и всякие европейские марки уже давным-давно схватили эту фишку и понаделывали тоже BB-кремов себе. Но я считаю, что лучше купить как бы оригинальный BB-крем, азиатский, чем покупать европейские марки, которые... Ну, я считаю, что они даже не ту технологию используют, которую азиаты используют. Они, может быть, купили патент какой-то, да, на идею. Может, вообще не купили, просто сдерли идею. Но они используют не те продукты, чтобы сделать этот BB-крем. Поэтому лучше азиатские. Лучше корейские покупать, потому что они действительно не особо-то и портят кожу. Там очень много всяких минеральных штук, которые, наоборот, от прыщей, от чего хотите. Увлажняет очень хорошо, защищает от солнца. Ну, короче, лучше корейские использую, покупать BB-кремы. Вообще, раньше я каждый день красилась BB-кремом. Потом вот это лето я начала лечить кожу, перестала краситься вообще. Ну и сейчас тоже как бы крашусь уже, кожа стала лучше, крашусь. Но вот поскольку остались вот эти все пятна дебильные просто... Хейт, то приходится иногда их замазывать BB-кремом опять, но поскольку, если ты замажешь просто тут чуть-чуть, все равно это будет как пятно, и поэтому приходится краситься полностью. И поэтому, если вы пользуетесь какой-то косметикой от пигментных пятен или от пятен постакне, если вы что-то знаете, напишите мне. Я буду вам так благодарна, честное слово. Тут у меня слова. Слова у меня разнообразные, начиная от всяких стран, профессий, потом семья, обстановка в доме, мебель. Ну, короче, всякие такие, знаете, первые начальные темки, когда начинаешь учить язык, это первое, что вы учите, профессии, мебель. Кстати, я уже знаю, как будет алкоголь. Суль!
Еще моя репетиторша мне репетиторша, такое слово глупое. Мой репетитор прислала мне аудиофайл для моего диалога. У меня есть диалог. И она мне прислала файл, чтобы я его слушала. Короче, послушайте, как они читают. Танака 씨, 그것은 무엇입니까? 제 일주일 계획표입니다. 아, 그래요? 무슨 계획이 있습니까? 월요일에 회의를 합니다. 그리고 수요일에 영화를 봅니다. 언제 한국어 공부를 합니까?